Вот момент, удар, гол! Сидней Гову открывает счет в этой встрече. Лоны. Но теперь ей придется взвинчивать скорость. И вот момент, и надо забить. 1-1. Лионель Месси. Очень быстро это произошло. Совершенно без проблем Барселона отыгралась. Совершенно спокойно Цорвас забрал бы мяч. Так, угловой. Подача. Удар. Вилья. 2-1. Вот здесь уже можно улыбнуться. И у... Косы, но после того, как Месси забьет гол. 3-1. 3-1. На этом, наверное, интригу можно считать законченной. И вполне вероятно, что... Примерно на этой же минуте, ну, на 26-й, Вальдес забил гол в матче с Эркулесом. Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, какой мяч! Ох, какой мяч! Лионель Месси обстукивает обе штанги. Месси. Ох, как здорово! Браво! Браво, Барса! Красавец мяч! Даниэл Алвес! Ланс, что называется, встреч, да? Женя и ничья. Ибрагимович и... Пенальти! Пенальти. Пенальти! Арбитр назначает пенальти! У нее есть свои плюсы, есть свои минусы. Разбег Нобо, удар Вальдес касается мяча, но 1-0. 1-0 на 30-й минуте. На бровке стоять. То, что мяч-то никак не выйдет из игры и нет у него возможности войти на поле. А вот теперь пенальти в ворота казанской команды. Момент похож, честно говоря, очень похож на тот, который должен. Ну что, разбег, удар, мяч в воротах. И опять достает вратарь. Очень похоже тоже на эпизод. В канале НТВ Плюс онлайн по спике. Иньеста. Месси будет бить. Месси! Передача назад, Бускетс, Месси, ну почему же они сами-то не бьют? Уже они все, мяч-то Месси отдают. Абидаль, опасно! 2-0, ну, либо мяч сам находит Месси, либо, конечно, партнеры злоупотребляют вот этими передачами. Показал выдающуюся игру. Хорошая атака Барселоны, Вилья, нет, успевает смахнуть мяч Антонсон, Месси и мяч в ворота. Лео Месси 1-0. Гронкьер проходит соперника. Вдоль ворот передачи, надо забивать ответный. Гол! Гол! Вильям Квист! Или Клаудемир. К началу встречи аншлаг будет. Дани Алвес. Вот эта передача прошла. Педро! Удар 1-0! Барселона выходит вперед. Дани Алвес, голевая передача. Иньеста забегает Адриано. Сейчас надо катить туда. Да, и 2-0 должно быть. Да, да, вопросов нет. Вопросов нет. Все разыграно как по нотам. Месси забивает и в 10-м матче подряд. 58-я минута игры. 2-0. Пан Бар. Без шансов для Пана. 3-0. Педро дубль. Крупная победа Барселоны в этой встрече, уже на данный момент крупная. Кстати, как в этот турнир, если мяч за пределы поля, опасная атака Барселоны, Тиаго, передача, Фонтас, опасно! Нет! Ну почему? Ну почему? Но, к сожалению, в этом розыгрыше Лиги Чемпионов опасно! Жаль. Жаль. В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Рубин проявил себя не с лучшей стороны. Виктор Васкес. Сильнейший клуб мира. Вы знаете, я долго думал. Давайте с хозяев начнем. Арсенал. Войцех Щерпуйоль из-за травмы сегодня играть не может. И поэтому с обычной своей позиции левого защитника в центр перемещали. Краткую характеристику свою. Барса все перекрыла. Слишком много игроков. И Месси выходит один на один. Пауза! И прощает Месси.
усадил на пятую точку Войцеха Щесны. Перебросил через него, показав полное. Неудобно. Ван Перси, офсайда нет. Удар, Вальдес вступает в игру. Нашел, тащит, тащит налево, направо. Можно делать пас. Месси. Вилья, опять нет, офсайда, удар, гол. Смотрит на бокового Давид Вилья. Гол защита. Вот так Барса. На Фабригаса мяч чуть попрыгает. Дробит Фабригас на вандачу налево. Под левый Ван Перси мяч. Удар! Но только что, если раньше был свистом. Передача. Пяткой бьет. Ван Перси рвется в штрафную. Фабрик. По-моему, в Кусенье он попал. Да, тот опять сблокировал удар. Иньеста! Опасно! Нет, это мяч впадает после удара Лео Месси с тыльной стороны в сетку ворот. И счет прежний 1-0. Один пас на Самира Насри, передача в центр. И накрывает опять Херард Пике. Здесь Робина Ван Перси. Ну, наверное, удар на... Ван Перси! Удар, гол! Робин Ван Перси 1-1! У него слезы, что ли, уже появились радости? Мне казалось, он Насри в чужую штрафную не успевает. Немножко скорости не хватает. Катит мяч на Аршавина. Удар, гол! Гол! Андрей Аршавин 2-1 Арсенал! Вот эти атаки Арсенского яйца никогда Арсен Венгер этой дорогой не... Wieder sauber gestoppt von Gael Clichy. Иньеста. Месси! Kein Abseits! Месси! Месси! Da ist es! Da ist es! In der Nachspielzeit Lionel Месси. Насри. 1:1. Ich glaube, es war ein Eigentor. 1:1. Und Arsenal ist jetzt... Iniesta, 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 Xavi, 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 2:1. Der FC Barcelona kombiniert sie kurz und klein und das ist, ehrlich gesagt, absolut verdient und gut so. 69. Minute, die Dinge sind wieder... Und jetzt gibt es Elfmeter. Ja klar. Nein. Doch. Naja, Mensch, also, das verstehe ich, also, beim Lionel Messi... Das trägt und entspannt. Und jetzt ist der FC Barcelona wieder eine Runde weiter. Судьи мы вам, в общем-то, представили. Помимо Крейга Томпсона, это Терна. Я, кстати, думаю, что, может быть, ты и не будешь. В противоположном фланге под 26-м номером будет играть Разван Рац. Ну и в центре обороны. Внимание, сегодня вместо Чигиринского, которого мы видели, но не... Когда у Барселоны уже было запрошено сейчас сказать все хорошие слова благодаря Шахтера, потому что может как раз остаться так, что дальше времени не будет для этого. Не будет, опасный момент 1-0. Будет гол. Очень быстро забивает Барселона, даже быстрее, чем это сделал вчера Реал на Сантьяго Бернабео. Там была 4-я минута. Игрок, скажем так, с головой, защитник, думающий. Смотри, что происходит, а? И будет гол. Причем очень обидно уже. Вот сейчас, мне кажется, как-то не подумал Пятов, действуя в этом эпизоде, ни рыба, ни... Вилья надеялся выиграть верховой мяч у Пятого. Вот можно бить сейчас. Защитники, это удивительно, но это просто непонятно. Но это не детский сад, это, я не знаю, ясли, вторая смена. Штаны на лямках. Тер опять выполняет стандарт не угловой, а уже... Удар. И момент, есть гол, кстати, это гол. Вот это уже интересно, это Ракицкий. Ракицкий, подключившийся к атаке центральный защитник, после навеса пробивает. Рябин, ну все-таки старался ударить. Вот и гол. Бить надо, бить, конечно. Вот сейчас вам тоже позабьют. Ну и нормально, все по-честному. Гол туда, гол сюда. Ты уже смотрел этот матч? Мне кажется, что я смотрю. Прекрасно понимают, в том числе и болельщики, шахтеры, и клубное руководство, что это Барселона, которая забивает пятый мяч в ворота пятого. Запомни, что мы про номера говорим. Шестой гол в матче забивает Хави. Два центральных полузащитника, 22-й Генрих Мюллер. Не так-то просто этот мяч забрать намертво. Но вот он, Месси, он штрафной удар, гол! Барселона выходит вперед на 43-й минуте. Сразу к составам не может принять участие в сегодняшнем матче. Но я не думаю, что Хедира это потери для мадридского Реала. Диара примерно похожи по своим качествам полузащитников, а может быть и в 6, и Криштиану. И даже есть несколько свободных мест на секторе. И удар издали отвечать. Я думаю, что он вновь может сыграть ключевую роль. Но вот Барса в атаке. Удар поворотом!
Вот и момент. Казалось бы, из ничего. Вилья подтащил Месси. Месси. Весь Реал против него. Изумительный пас Хави! Второй момент у Барселоны. Не очень соответствует размеру кубка. Считают игроки Барселоны. Хави решил пробежать. Нет, Талвес пока не очень стремится в атаку. А вы знаете, там за кадром Педро получил по лицу и лежит. Не хотелось бы, чтобы игра эта превратилась в выяснение. Занимает грамотно позицию. Не позволяет мячу через себя перелететь. Удар! Добивание! Ах, добивание! Момент! Который ждал Мадрид весь тайм. И поднят флаг. Подача! Вальде! Пас кому сделать? Криштиану бьет, но там пуй... Ди Мария. И вновь побежали всей командой каталонцы к судье. Потому что лежит Алвес на газоне. У него желтый. Принимает судья. Он удаляет Пепе. Жозе Мориньо успокоился. Держит. И есть такое подозрение, что это еще не все. Хаби Алонсо. Подача. Криштиану выпрыгивает, но это посредственный удар. Не получился по-настоящему удар у Криштиану Роналду. Она, конечно, будут этот эпизод разбирать. И не только в этих. Барселона в чужой штрафной площади. Опасный удар. Касильяс! И вздыхает Сантьяго Бернабео с облегчением. Марсело. Руковали удар Месси. Хави подобрал мяч. А Филай наконец получил мяч. Поскользнулся Марсело. Филай поймал его на этом. Прострел. 1-0! 1-0! Лионель Месси! Барселона выходит. Жозе Хосе. Но в любом случае Мауриньо поступил иначе. Месси! Обыграл весь Реал! Месси! 2-0! Гениально! Ну что, уважаемые телезрители и телезрители, сейчас Реал будет разговаривать с судьей. Интересное, что называется, желающий попасть на матч и готовый включает прессинг. Забирает мяч. Иньеста бьет направление. И вот удар! Месси! Он уже в штрафной. Передать. Хави. Месси. Освобождается мяч под левый. Удар на исполнение. Нужно не слишком сильный. Отпускает мяч Касильяс. Мне показалось, Месси мог ударить пораньше и посильнее. Иньеста. Чуть в пяточку получается передача. Но это не страшно для Барселоны. Педро выходит один на один и забивает. Ну, вы знаете, это атака в стиле, который вот Реал пытался забивать. Теперь загоняет Барселону. Анхель Ди Мария. Еще раз обыгрывает соперника, бьет штанга! Передача, удар, гол! Марсело 1-1! Своя судьба. И не бывает. Моментально сделали операцию опухоля Каджисун. 11-й Райан Гиггс, 16-й Майкл Каррик и 25-й Антонио Валенсия. Уэйн Руни. То есть мы ее не увидели, вы понимаете. А это Руни. Опасно могло быть сыграно здесь. Так показалось сбоку. Освоит мяч штрафную вне игры. И вот Чичарито. Продолжается Хави. Мягкий наброс. Удар. Вилья, удар с правой. Это уже очень близко к голу. Правый у него короста. Месси. А вот и Педро, вот это его самое дело. И счет становится 1-0. И счет становится 1-0. Как? Будет удар? Нет, пас штрафную. Чичарито. Руни, удар. Гол! Гол! Вот и сравнял счет Ман Юнайтед. 1-1. Как быстро. Ой, а Месси. Еще удар. И вот замешкался Хави. Удар. Снова будет. Удара не будет. Вот сейчас удар Иньесты. С правой на пике. Видич. Месси смещается в центр. Удар. Гол! Гол! Фантастика! Никто и подумать не успел. Некоторые просто моргнули. Может быть, Ван дер Сар тоже... Карик. Своей штрафной пытается отбросить кому-то зачем-то мяч. Бог мой!
Это Давид Вилья. Правой ногой. Идеальный удар. Идеальный удар. Но к этому шло. После свистка и кажется, что сейчас от стадиона... И Хави, который решил лежачий брейк попытаться учредить.